Ваше время ограничено, не тратьте его на то, чтобы жить чужой жизнью. Это верно. Найти свое, свою линию, себя, и только в этом идти. И никогда-никогда не поддаваться чужим мнениям, философиям, идеям. Это, конечно, очень-очень важная задача человека, но я думаю, что это, конечно, для единиц. Чтобы не воспринимать чужие идеи и следовать им, для этого надо очень много переживать. Переживать, то есть... Анализировать, обрабатывать в себе, решать, бояться, вставать, подниматься, падать. То есть это должен быть человек, который все время требует от жизни внутренний смысл.